Очередная вылазка к фашистам. Я должен зачистить вражескую базу и пробраться на станцию «Черная». Со мной отправился один из наших разведчиков, но у него своя задача, а у меня своя. Ну что, мы считай на месте. Стрелок, ты говорят, что надо. Вот сейчас и покажешь класс. Хотя с такой пушкой, как у тебя, это несложно. Жаль, одна она у нас. Я бы тоже с такой пару гадов шлепнул. Ну да ладно, ты и сам справишься. Так, что у нас тут? Вот черт, чуть не попались. Ладно, хрен с ним, мы на позиции. Ну, к делу. Наша главная цель – пробраться на станцию «Черная». Тебе нужно будет перебить всех на внешнем периметре, а затем пробраться в здание. Пока ты будешь разбираться с охраной внутри, я зайду с другой стороны и выполню свою задачу. Как закончишь, встретимся на входе на станцию. Думаю, первым делом надо очистить крышу и вышки, а потом уже перещелкать патрули. Ух, и врезал. Ты чё творишь? Сейчас всех на уши поставим. Вали их! Так, здесь закончили. Теперь давай на соседнее здание. Там как раз трос провешен. По нему и переберешься. А я пока на другую сторону. Как закончишь с периметром на своей стороне, заходи. Внутри фашистов наверняка до хрена и больше. Так что ты варежку не разевай. Ну, не пуха. Ну что там? Скоро наши будут. А черт его знает. Куда им спешить? Как это куда? Буря скоро. Ты меня знаешь, я нутром чую. Чует он. Если чуешь, чего про наших спрашиваешь? Иди ты нахрен, умник. Пошли по местам. Слушаюсь, ваше благородие. Thank you.
такую погоду ни один мутант носа не видит. Какого хера мы тут вообще делаем? Это ты забрал у жены? Скоро смена, обслужимся, пожрем, нормалек! Они как будут, хрен нас тогда пожрет. Как и будем до утра купать. Ну ты умеете, жарить, сука, брать. Вот бойся, что ты можешь? Где? Мы уже давно должны быть. Слыхал, что делается? Красные на гидростанцию прорвались. Там вроде шпионы ихнего взяли. Вешать собирались. Целую роту послали выручать. Как так? Пока наши прочухали, не шпиона своего забрали, и в катакомбы. К паукам? Во бараны! Недаром фюрер говорит, что красные недочеловеки все. От пауков возврата нет. А куда им деваться было? Наши очухались, как нажмут. Ну, те и рванули, куда глаза держатся. Откуда же им знать, что там в катакомбах пауки? Ну, туда и мне, людям, и дорога. Спасибо, порадовал. Нету. Ладно, пока. Пойду проверю, что там у Алекса творится. Давай. Чего нового, Алекс? Да ничего, гроза близко. Связи нет. Ни с базой, ни с кем. Помехи. Да. Ладно, ты там слушай, вдруг затихнет. Знаешь же, бывает. А я пока пойду рапорт нагадаю. Как связь появится, отстучу. Лады. Яшка, а ты не в курсах, что вообще за дела кругом? А? Что? Да не тут, а вообще. Война вроде. Ну так с красными опять за мост податься будем. Перемирие, считай, уже йог. Так что нам тут, походу, реально повезло. Потолок плевать стопудово лучше, чем на пулеметы плеть. Это да. Okay.
Ну вот мы там и тренировались. Чисто каждый день новая мишень, понял? И вообще, ничего так было. А что тогда в пехоту двинул? Это меня двинули. Побег был. Всю дежурную смену зэки перебили. А я как раз в казарме дрыг. Подняли по тревоге, мы как увидели, что там эти мутанты с нашими сделали. Порвали потом этих сук, как грелки. Но начальству уже похрену. Всех под сраку на передовую. Да, попадало. Ну, тут еще ничего, это тебе не мост. Ладно, ты тут постой пока, а я на склад гляну, чего нам со следующим караваном заказывать. Давай. Только ты там не зависай вообще, смена скоро.
Отлично. Все получилось. Ну и сейчас они у нас юшкой умоются. За мной.